На поле Самар-арены еще совсем юные спортсмены, но накал страстей во время матча не детский. Каждый игрок готов отдать все силы за победу и показать свои возможности. И у нашей команды, и у команд соперника были довольно-таки хорошие моменты, чтобы открыть счет в этой игре. Но не повезло, счет 0-0. Дальше покажет второй тайм. После перерыва счет открыла команда Академии Коноплева, но крылья сравняли счет. Игрокам от 13 до 15 лет, и у каждого из них есть шанс попасть в составы профессиональных команд. Какие-то конкретные задачи не ставили, просто чтобы получить удовольствие от игры. Не каждый день получается выйти на такую арену детям. Я думаю, они просто от самого выхода на такую арену, на такое поле получили громадное удовольствие. В этот раз победила дружба. Матч закончился со счетом 1-1. Лариса Шлафаст, «События».